Уважаемые товарищи ветераны, уважаемые гости. Значит, на пленум, на расширенный наш пленум прибыло сколько ветеранов и гостей? Доложите, пожалуйста. Предлагаю пленум открыть. Кто за это предложение, прошу голосовать. Прошу опустить. Против, воздержавшихся, нет. Предложение принимается единогласно. На пленум приглашены присутствуют, значит, представители от управы района Чертаново Южная Ирина Юрьевна, от от муниципального округа нашего Новиков Александр Анатольевич, руководитель муниципального округа, и от Единой России представитель тоже самое у нас